В Саратове распахнул свои двери музей педагогической славы. В его экспозиции в хронологическом порядке представлено несколько разделов. Общее, профессиональное и дополнительное образование, педагогические династии и другие. Среди экспонатов архивные документы, фотоматериалы, предметы школьной жизни учащихся. Музей расположился на базе Саратовского областного института развития образования. Его создание приурочено к юбилею вуза. У авторов музея много планов по дальнейшему развитию экспозиции. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Саратовской области. Он поздравил всех с открытием музея и вручил почетные грамоты лучшим учителям области. Наш институт отмечал 85-летний юбилей. И в ходе сбора материала о том, какие вехи проходил институт, начиная с 1929 года по сей год, было собрано большое количество архивного материала прежде всего. После чего было принято решение, что нам нужно открывать музей педагогической славы, в котором мы смогли бы разместить все собранные материалы, действительно гордиться своими педагогами, поднимая статус учителя. Музей уникален, он должен стать брендом региональной отрасли образования, дополнив собой скверы памятник первой учительницы, также не имеющие аналогов в России.